Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Дмитрий Николаев, приветствую вас всех на своем канале. Очень часто от подписчиков моего канала приходят вопросы по поводу того, после того, как они приобрели Android TV Box, особенно это касается модели MXQ, и при входе в Play Market оттуда невозможно практически ничего установить. Исправиться это возможно с перепрошивкой этой приставки, но для тех, кто боится ее перепрошивать, есть обычный способ, при котором можно легко и просто устанавливать приложение без, как говорится, участия Play Market. Итак, мы подключили приставку, мы запустили Play Market, мы нашли любое приложение, и там написано невозможно установить, так как наша приставка не определилась как какой-нибудь телефон или планшет в Google Play, в Play Market. Значит, нам нужно для этого в первую очередь скачать любые желаемые приложения к себе на компьютер. Скачать можно следующим образом. К примеру, я вот на компьютере открыл Google Play, сюда ввожу любое название приложения, к примеру, YouTube, и нажимаю на поиск. Вот самое первое нашлось. Выделяем вот эту адресную ссылку, копируем ее правой кнопочкой мышки, копировать, и открываем вот этот сайт. Он будет в описании под этим видеороликом. Адрес вот этот удаляем и вставить вот эту адресную строчку, которую мы только что скопировали с приложения YouTube. После чего нажать на вот эту кнопочку, единственную синюю кнопочку. Этот сайт нашел приложение YouTube, и нам теперь его нужно скачать. Нажимаем на зеленую кнопочку. Вот у меня пошла загрузка. И вот обратите внимание, уже приложение YouTube скачалось. Так качаем любые желаемые приложения. Бывает так, что через вот этот сервис не качаются приложения. Давайте, к примеру, ES-проводник. Открываю, щелкаю один раз по ссылке, она выделяется. Правой кнопкой мышки копирую. Вот эту уже ссылку полностью удаляю и вставляю ссылочку на ES-проводник. Нажимаем на синюю кнопку. Этот сервис уже нашел ES-проводник, который можно скачать, самую свежую версию с Play Market. Нажимаю также на вот эту зеленую кнопочку, то есть тут написано кликните, чтобы началась загрузка, и файл загружен уже ко мне на рабочий стол. Даже можно для удобства переименовать. Ну и таким образом качайте все желаемые приложения. Но я еще раз повторяю, 70%, так скажем, приложений качается с помощью вот этого сервиса, остальные не качаются. В интернете много разнообразных сайтов, откуда можно скачать игры, приложения и так далее. Одним из самых популярных является сайт 4PDA, 4pda.ru. Обязательно пройдите регистрацию, потому как без регистрации ничего не получится скачать. Поиск. И, например, вводим для эксперимента EXUA. Нажимаем поиск. Тут сразу в результатах поиска находится EXUA Music, EXUA Smart TV. То есть мы видим, к чему это относится, к какому разделу это к Smart TV относится. А нам нужно именно для Android EXUA. Итак, похоже, что вот эта тема, это как раз для Android, нажимаем на нее, да, и мы видим, что это программы для Android в категории мультимедиа. Тут EXUA называется EXVideo. Ну и для того, чтобы скачать последнюю версию, тем более, вот видите, написано, программу заблокировали в маркете. Но отсюда можно скачать последнюю версию. Вот раздел скачать, самая последняя версия 5.0.1. В принципе, вот тут есть прошлые версии, если вдруг не пойдет на вашей приставке, например, самая последняя версия, можно скачать какую-нибудь предыдущую. Нажимаем на ссылочку и нажимаем на кнопочку вот эту скачать. И пошла загрузка. Итак, EXVideo также скачался ко мне вот на рабочий стол. Давайте для эксперимента какую-нибудь игру еще. То есть я прямо вот отсюда возвратился и нажимаю Android. И тут уже выбираю Android игры. Тут разбито все по категориям. Например, детские игры. Например, детская раскраска, 3D раскраска. То же самое, отсюда можно посмотреть скриншоты.
Ну и последняя версия вот этой раскраски. Кстати, это игра без кэша, поэтому кэш отдельно устанавливать не надо. Для тех, кто не знает, что такое игры с кэшем и как их устанавливать, вот ссылочка перед вами, я объяснял, как устанавливать игры с кэшем. Пожалуйста, нажимайте на нее, переходите к ней, и вы сразу поймете, куда и как надо, в какую папку определять кэш и как вообще устанавливать игры с кэшем. Тут игра без кэша, я просто нажимаю на эту ссылочку и еще раз нажимаю скачать. Если вы, например, хотите установить тяжелую игру, она обязательно будет с кэшем, поэтому вам обязательно нужно будет посмотреть, как это делается. По вот этому уроку я не хочу повторяться, одно и то же говорить, потому как уже подробно все об этом рассказывал вот тут. Пока качается игра, я расскажу, что делать дальше. В принципе, все, например, желаемые приложения, пусть, например, их будет 15 штук, вы скачали к себе на компьютер, вот они все вот тут у вас находятся на компьютере. В принципе, можно вставить обычную флешку, переместить эти приложения на флешку, эту флешку вставить в Android TV Box, открыть эту флешку с помощью X-проводника и запускать поочередно и устанавливать приложение на Android TV Box. Я всегда, если что-то такое подобное не устанавливается с Play Market или его вообще там нету, это делаю по сети. Как это делается по сети, как настраивается эта сеть, чтобы Android TV Box увидел мой компьютер по сети, будь то через Wi-Fi или по LAN кабелю. Я это все об этом рассказывал, как это все настраивается теперь уже вот в этом уроке. То же самое, один раз настройте и будет очень удобно, не надо будет эту флешку все время записывать. То есть на компьютере создадите папку, например, назовете ее Android приложение для TV Box. К примеру, назовете вот так папку, она всегда у вас будет и ее всегда будет видеть Android TV Box, если вы правильно откроете к ней доступ. Еще раз повторюсь, чтобы это все сделать и правильно открыть доступ к этой папке и ее постоянно видел Android TV Box, обязательно пройдите вот этот урок и откройте полностью доступ Android TV Box к своему персональному компьютеру. Я смотрю, вот уже игра у меня скачалась. Открываю эту папку, выделяю все скачанные приложения, которые я желаю установить на TV Box. Вырезаю их просто отсюда и вставляю в эту папку. Все, все приложения для эксперимента, которые я скачал к себе на компьютер, уже у меня в этой папке. Эта папка у меня расшарена, так как я открыл общий доступ этой папки к приставке TV Box. Теперь просто переходим к своей приставке и открываем ей проводник и устанавливаем с этой папки приложение. Как это делается, я сейчас покажу дальше. Перехожу к телевизору, к Android TV Box. Итак, я перешел к своей приставке. У меня, правда, уже установлен EX-проводник. Если у вас он не установлен, что, скорее всего, будет, вам нужно найти стандартный проводник. У меня, если вот стандартный проводник, тем не менее, у меня имеется раздел «Сеть», по которой я могу зайти в свой компьютер. Если у вас такого проводника нет, то сначала все-таки на флешку запишите EX-проводник, вставьте флешку и с помощью обычного, вот тут ищите среди приложений проводника, установите есть проводник. Вот это единственное, что возможно придется сделать через флешку. После того, как вы установите уже есть проводник, открываете его. Теперь уже, как мы знаем по вот этому уроку, который я советовал пройти, в разделе «Сеть» будет ваш компьютер, в котором вот появилась вот эта папка, которую я только что создал на компьютере, Android APK TV Box. Открываю ее. EX видео у меня уже установлен и YouTube. Давайте теперь пробовать установить эту самую игру, которая скачалась. Но еще хочу сказать, чтобы устанавливать приложение вот так или по сети, или с флешки, то есть не с Play Market, в самих настройках, вот переходите в раздел настройки, далее ищите раздел безопасность, и вот тут у вас должна стоять галочка неизвестные источники, то есть разрешаете устанавливать приложение с неизвестных источников, к которым относится, ну, к примеру, вот флешка наш и проводник, я имею в виду по сети, ну, после чего уже никаких проблем с установкой не будет. Я возвратился к вот этой папке, нажимаю на вот эту игру, и вот обратите внимание, пошел процесс установки игры, которая находится на моем компьютере. И
Итак, мне тут написано установить, то есть Google Play нет, и просто установить выбираю и установить еще раз. В принципе, можно нажать готово, ярлык игры появляется среди приложений, а можно открыть прямо отсюда. То есть давайте я сейчас попробую открыть. И обратите внимание, все запускается, то есть игра полностью идет. Таким образом можно устанавливать приложения и игры, если у вас вот так Android приставка. Отказываются их устанавливать напрямую с Play Market. На этом все. Думаю, всем все понятно. Всем спасибо за внимание. Кому нравятся мои обзоры и уроки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий Николаев. Всего вам всем хорошего. До скорых встреч.